Всем доброго времени суток, это Gadget X. По итогам прошлого года продажи смартфонов, поддерживающих бесконтактные платежи по технологии NFC, выросли в России на 60%. Всего в 2017 году было продано 8,3 миллиона таких гаджетов. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы связной, в 2016 году рост составил 10%, а в 2015 году всего 4%. Возросший интерес россиян к подобным смартфонам объясняется запуском в России платежных систем Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay. Первые два сервиса пришли в Россию осенью 2016 года, а Android Pay заработал в мае прошлого года. Кроме того, согласно статистике, в октябре прошлого года Россия стала первой в Европе страной по количеству банков, подключенных к Apple Pay. В то же время гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что продажи NFC смартфонов росли, поскольку производители по умолчанию устанавливали в новые модели NFC модули. Как сообщалось ранее, прошлый год стал рекордным по продажам смартфонов в России. В натуральном выражении продажи выросли на 6%, до 28,4 миллионов устройств, а в денежном на 17,3% до 386 миллиардов рублей. По словам аналитиков, росту продаж способствовало увеличение доли продаж в кредит. Именно благодаря кредитным средствам средняя цена смартфона выросла до 13,6 тысяч рублей против 12,3 тысяч рублей по сравнению с 2016 годом.